Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в безумные монстры. Так, что у нас интересного есть? Так, в магазине что-то там появилось. А прокачать... Ага, не хватает у нас. Вообще ничего не хватает. Слушай, а где наш паренек, который отправлялся за лутом, а? Скажи-ка мне на милость. Ну, огненный дробовик и... топоры дровосека. Окей, получаем. Слушай, мне вот интересно знать, мы с вами отправляли в прошлый раз в поход жабу, так? Так. Она должна нам была что-то принести, но я ничего не вижу, абсолютно. Фиг с ним, будем воевать тогда как есть. Ну что же, у нас с тобой алтарь жертвоприношений. 6 волн будет, как мы видим. Поехали, разбираться будем. Не позволяй гадкому магу заменить все твои карты. Да, будут и такие у нас противники, которые будут менять карты рандомно. Вот он, новый монстр, гадкий маг. Так, слабый удар, наносит 51 единицу урона раз в 7 секунд. А здесь у нас что? Меняет все карты на случайные и делает их стоимость равной 4. Да, это поддержка. Ну что же, а мы приступаем. Ох ты! Вот гаденыш, а. По рандому кинул мне, а. А он еще и живучий к тому же, а. Ты посмотри. Этот окопался, ё-моё. Нам нужно с тобой что делать? Ну, во-первых, открыть карту. Так, давай-ка мы вот так сделаем. Нам нужно его добить, ребят. Так, минус тролль. Так, слизень, слизень. Да чтоб тебя, ты маг, ты достал. Давай-ка гранату туда пульнем. Ну-ка попробуем пестицидами его и топориком. Ать, не успел. Завалили. Хорошо. Ах ты. А что у нас это делает, ты помнишь? Нифига себе, бомбанул. Да иди ты, и этот еще тут появился. Так, минус. Так, заморозка сработает? Сработала, отлично. Пускай пока тут посидит, подумает, а мы в этот момент пока постреляем. Сейчас бы нам его, ребята. Кто быстрее? Я. Окей, с дробаша. С дробаша, естественно. Минус тыквоголовый. И начинаем бомбить с тобой этого гоблина. Нам нужно его как-то, я не знаю, уничтожить. Ать, успел все-таки, он успел. К сожалению. Так, не надо мне пока ничего тут получать. Звезданем с тобой, наверное, да? Воу, а здесь почему так слабо? Ребят, почему слабо нанесли мы с вами урон? Он оглушен пока в данный момент. И все мои атаки почему-то идут против него именно. Давай гранату пульнем. Шокирующий урон. С дробаша. Так, надо немножко его вот так вот еще. Да он какой-то крепкий, смотри. Все, уничтожили. Так, это у нас третья, да, волна. У нас со здоровьем-то, ребят, беда, бедовая. Смотри. Ну будешь ты применять свой арбалет или нет? Лук, как мне сказали, да? Дорогие мои подписчики, это лук, Рэй, а не арбалет. Ну, ребят, какая разница, лук или арбалет? Главное, что он стрелами бомбит. Ать! Не успей, да? Не успел. Слушай, а вот теперь нам нужно с тобой, наверное, смотреть рекламу. Потому что нам надо, ребят, ну, в любом случае, хп восстановить. Слушай, кстати, по-моему, такой раньше не было возможности восстанавливать себе здоровье за просмотр рекламы. Так, попробуем сейчас бомбануть. Что-то вообще как-то не то. Блин, да ты достал этот маг, я все время про него забываю. Так, с арбалета сейчас бомбанем по двоим. Слушай, у них здоровья уже здесь вообще очень много. И бомбят они очень люто. Так, этот опять окопается. И это плохо. Вот с дробовика почему-то мы нанесли ему сейчас нормально так урона. Сейчас мы что-нибудь с тобой сделаем. Так, уничтожаем. Ну что, скелет, давай-ка разберемся. Блин, а если так хотя бы пестицидами его добить? Не получается. Успел. А то бы он сейчас сделал бы свой ход. Так, ну что, маг кислых щей, получил свое? На тебе еще с лука 2 выстрела. Шикарно. Нет, пока мне не нужно здесь ничего. Давай гранату бросим. Ах, он успевает сходить. Так, из лука шмальнули. Гранатку пульнули. Давай-ка мы, наверное, вот эту карту попробуем. Так, это у нас заморозка. Ну давай ты из лука будешь бомбить-то сегодня или нет? Одного ушатали.
Нам нужно с вами что сделать-то? Я не знаю, давай шмальнем, посмотрим. Нам нужно прокачать эту винтовку, если мы хотим с собой, ну, чтобы у нас было все нормуль. Блин, опять у меня очень мало здоровья. Мага вальнули, а этот еще жив, но он пока в заморозке, ребят, поэтому можем его сейчас добить. И, судя по всему, последняя волна. Превратить тебя в зайца или жабу? Ладно, отбивная тоже сойдет. Зомби с пилой. Ну что, давай посмотрим. Так, с ним пока бесполезно драться, а поменять я не могу. Я дискошар с собой не взял, поэтому... Что есть, тем и будем с тобой драться. Тем более этот... А подожди-ка. А здесь же нет мага. Кто мне поменял карты? Эй! Ты же не маг? Нет. Это гоблин, это слизень. С какого, блин, перепуга-то вдруг это все произошло? Ну-ка. Очень слабо бомбит она, ребят. Очень слабо бомбит. Он же сейчас сделает урон мне. Причем, наверное, офигенно большой. Смотри, дыдыч на 207. Как тебе? Пузырь? Нет, парень, никаких пузырей. Ну-ка, топорики, это все не то. Гоблин сейчас еще сходит. Ай, и слизень сходит. Друзья мои, у меня очень мало здоровья остается. Слизня не добил, гоблин хотя бы минусуется. Что я могу здесь сделать, ребят? Ну, только вот так вот шмальнуть. Плюс топорики, пока он там горит. Слизень, если, ребят, сейчас сходит. Нет, он не успеет сходить. Так, я не должен позволить, чтобы вот этот вот нанес мне урон. Ну-ка, шмаляем. Эть! И я проигрываю, ребята. Ёпарасете, офигеть. Ты дичь, ты мертв. Офигеть, вот чего-чего, этого я не ожидал, что меня так вот... Можно было бы, конечно, использовать бомбочку, но я не стал этого делать. Надо прокачать. Это, ребята, уже что-то чересчур. Давай улучшим наши топоры. Так. Что же ты делаешь? Наносит дополнительно 100 урона по защитникам. По защитникам, вот оно что. Так, давай, конечно же, лук прокачаем наш. Так, крит удар 15% в количестве двух штук. А, если цель заморожена, дополнительно наносит ей 100% урона. Вот оно как работает. Гранату я не могу прокачать, а винтовку можно. Ну что, попытка номер два. Слушай, а почему я не взял вот эту пушку? Скажи-ка мне на милость. Почему я ее не взял? Ее надо взять и поставить вместо, наверное... Слушай, давай проверим урон, сколько здесь. Общий урон 1,8. А здесь... Конечно, пушку надо брать. Но стоит она 6 энергии. То есть довольно дорого. И... Так, посмотрим. На какие карты у нас кролик? Ну-ка... Так, жаба у нас на гранаты, на топоры, а кролик вот на это все, на стрелковое оружие, поэтому, наверное, стрелковое. И дискошар, наверное, все-таки нам придется с тобой взять, только вот вместо чего? Вместо дробовика или вместо молота? Давай, наверное, вместо молота. Вот так вот сделаем, прокачать не... А, могу. Окей. Ну что, попробуем тогда вот такой вот, ребята, колодой сыграть, победить этого... босса, но это не босс, это мини-боссик. Но все равно неприятно, согласись. Чуть-чуть мне буквально не хватило. И тут, главное, нет возможности такой, знаешь, что-то там раздумывать, рассусолить. Тут нужно действовать уже наверняка. Так, мага мне, пожалуйста, сюда. Блин, зачем мне слизень? Мне бы... Вот, мага хотя бы заморозили. Давай бросим. Погоди, и это он даже просто, если присутствует, наносит мне урон. Пич, видел? Он был заморожен, ребята, и мы с вами бомбанули из лука и сразу же его уничтожили. Вот это хорошо. Бумс! Вот. Эта пушка только лишь первого уровня. Делай выводы, если мы с тобой ее будем прокачивать. Ну-ка, что у нас? Дискошар! Блин, ну я же не знал, что здесь, ребята, дискошар. Так, так, отлично. Первый поединок в нашу, как говорится, пользу. Так, давай подумаем. Топориками. Фигня какая-то. Да чтоб тебе... Да пошел ты, маг, знаешь куда? Ты достал, вредитель несчастный, а? Вот что творит? Ну, гранату. Гранату, кстати, ребят, я думаю, наверное, надо будет менять. Потому что она как-то, ну, не заходит мне в данный момент. Так, этого мы с тобой успеем уничтожить? Да. Так, а вот гоб... Так, этот хильнулся. Бумс, бомбанул. Уничтожает карту, естественно. Так, гоблин, бамс, удар нам нанес. Так, ну что, мы будем с тобой разбираться.
Он хиляется за, еще за счет того, что мы уничтожаем, да, врагов. Он от этого и получает хил. Получить пока мне не надо. Вроде бы все терпимо. Ай-яй-яй, заморозили-то не того. Если бы он был бы сбоку, да, тогда бы мы нанесли ему урон. Так, ну что, давай-ка попробуем этого быстренько расчехлить. Получится или нет? Ну-ка, здоров... Да ё-моё, он ходит первым. Поменял еще, а? С пушки по нему. На, сразу. А, нет, не сразу, ребята, он еще выжил. Тогда гранату. Тогда гранату. Мухомор на отхил идет. Пускай он отхиливается, а мы с тобой попробуем вон того уничтожить. Пока он в заморозке, нам так будет лучше. Ну и теперь я могу спокойно из пушки бомбануть. Бамс. Шикарно. Так, получить. Может быть, не рисковать, а посмотреть. Продолжаем нашу эпопею. Окей. Пошла граната. Так, а можно мне поменять? И так вот сделаем. Вот, пока в заморозке, ребят, давайте уничтожим. Угу, уничтожил, аж 20 раз уничтожил его. Так, добили. Так, по этому ханорику нужно нанести очень... А, вначале убрать. Вот так вот. Да что ж ты будешь делать-то? Очень классно бомбит вот эта вот пушка. Ты посмотри, сколько она относит здоровью вражин. Это классно. Ну что же, не надо здесь пока нам ничего делать. Сделаем вот так вот с тобой. Поменял, да, гаденыш, мне карты? Зачем пестициды-то, ё-моё? Так, заморозили. Слушай, можно его уничтожить, наверное, ну, попытаться. Или урон нанести хороший. Так, хороший урон нанес. Давай-ка теперь попробуем. Ну что тут за карта? Граната была. Так, из пушки. На тебе, халабуда. Так, маг ожил. Да ну! Пестициды вперед. Слушай, у нас с тобой очень мало здоровья. 614 всего лишь остается. Блин. Мне дадут возможность посмотреть. О, гем, кстати, достали с тобой. И добиваем. Переходим на последнюю волну. Да-да-да, превратить. Я знаю, превращальщик еще тот. Ну что ж, давай подумаем хорошенько. Если я, например, сейчас звездану, ну надо, надо так делать. Опачки. Отлично. Естественно, естественно, нам с тобой сменили все карты. Да почему ты на этого? Дайте мне что-нибудь другое, а? Ну, пожалуйста. Блин, заморозку, вот когда надо. Лук этот, да? Он не появляется, так, граната. Слушай, я думаю, что надо нам с тобой заменить гранату. Это совсем не дело. Пузырь, зашибись. Пузыря мне тут только и не хватало. Так, он в заморозке стоит. Может быть, его попробовать подбить. Ать, он выжил. Граната. Да еще живет, блин. Ой, друзья мои, что-то вообще плохо все дело. Так, слизня и этого уничтожили. Остается вот этот вот главный зомби. Но ты помнишь, он наносит 200 урона, поэтому я думаю, что мы должны его успеть бомбануть до того, как он причинит нам урон. Но не более того. Да, друзья мои, получилось у нас, слава богу. Я надеюсь, уровень заработаю на этом. Победа. 109 лука мы с тобой получили. Жесть. Но я потратил 10 энергии. Остается у меня всего лишь 5. Ага, она подкопилась. Новый уровень. Ну неужели? Так, 8. На 132 хпшки у нас с тобой увеличилось здоровье. Так, с этим мы разобрались. Переходим сюда. Инвентарь. Я могу что-то прокачать, судя по всему. А могу я корабельную? Блин, не могу. Сколько нужно? Нифига тут нужно гаек. Обалдеть. Граната. Мне кажется, нужно ее убирать. От нее как-то очень мало эффекта. Сколько вообще урона наносит? Общий урон 996. 1000. Но не забывай, что это раскидывается по всем. По всем урон этот. А здесь 423. Хм, не знаю даже, что и делать в этом случае. Ладно, пускай пока лежит здесь. На добивание, я думаю, она пойдет. Ну, а мы с тобой продолжаем, ребят. У нас вожак стаи. Возможно, награда. Какой-то магнит. Я что-то не припоминаю магнитов.
Не позволяй гадкому магу. А как не позволять, если тут автоматически все меняется, даже если его и нету. Вот он. Нет, это, ребята, новый монстр. Волк. Так, нам 113 урона и отступает на заднюю позицию. Так, а тут восстанавливает 113 жизни при нанесении урона. То есть вампирик, да? Не было печали, давай гранату. Заморозку. На тролля, да, упала? О, сейчас я его из пушки попробую бомбануть. Все, минус, сразу же улетел. Так, давай из арбалета теперь постреляем. Ха, волчара не успел убежать. Так ему и надо. Ну что ты, гоблин, плешешь тут, а? Танцует он мне. Уничтожили. Так, теперь надо, наверное, вот так вот сделать. Опачки. Гранатку добили. Отлично. Так, слизень. Он готовит, друзья мои, как мы видим, пузырь. Так, а это волк же у нас, да? Да, это у нас волчара там. Ну-ка. Волчара отхиливается, естественно. Минус слизень. Так, и волк. Но с ним нам будет попроще маленечко. Оп, тихо. Готов. Чё так много волн-то даете, а? Дружище. Слишком много. Так, муха. Муху надо добить. Опачки. Так, этот сейчас будет окапываться, да? Но не тут-то было. Ха-ха-ха, я специально приберег. Слушай, добить, надо гранату бросить. Так, уничтожили тролля с тобой. И остается тут этот скелетон. Ну, успели. Так, получить. Получить бесплатная аптечка. Давай. Восстановили маленько здоровье. Так. А, добить не получится, да, его? Не получилось. Бросим с тобой. Блин, гоблины этого заморозили. Давай поменяем. Мне вот этот ханорик здесь нужен. Уничтожь. Ах ты. Уничтожает карту мне, а? Так, волчара. Блин. Тоже ударил. Так, иди отсюда. Смазка еще с такой. Болеешь, что ли, парень, да? Я так понимаю. Болеешь. Уничтожили мы его. Да здесь-то не надо, зачем? Бросаем гранату. Блин, этот маг заколебал, а? Ну, серьезно тебе говорю. Самое противное, что ты не знаешь, какие карты у тебя. Ты просто наугад кликаешь, и что-нибудь тебе да выпадет. Он еще и окопался. Он и окопался тут. На кого холодильник? На него упал, да? А это у нас, ага, предпоследняя волна. То есть еще будет главное. Слушай, я же не могу убрать, точно, я же вспомнил. Когда тролль окапывается или другой либо монстр, сдвинуть его нельзя с места. Ну, холодильник! Слушай, я думаю, что не будем, мы вот так вот сделаем, да? А здесь из арбалета. Ну что, последняя волна? Кто у нас тут? Вот он, ребята. Такой большой и сочный, хватит на всю стаю. Да, придется. Ну что, ребята, мини, так сказать, боссик у нас здесь. Да что ж ты будешь делать-то? Не туда, все. Вернули, да, мы его? Может, гранату пульнуть? Давай, бросим. Так, если мы сейчас бомбанем, будет не кисло ему. Опачки. Почти, ребят, почти. Он там на пределе живет. Холодильник, не, чтобы вот сюда ударить. Он куда-то вообще в левую сторону бомбит. Ну, а ты что тут стоишь, а? Робин Гуд. Несчастный. Так, мухи минус. А этот еще живой. Пока. Пока, ребята. Так, ну-ка, из пушки. Опа. Так, этот хочет сделать тройную атаку, что ли, я так понимаю? Никаких тройных атак тебе. И добиваем слизня. Ну что, ребята, все. Все, отлично, мы справились с вами. Новая карта, что за карта? Надо посмотреть, почитать, что за магнит. Мне просто самому интересно. Неужели мы можем отнимать оружие или что? Или притягивать кого-то? Ох, ё-моё. Вот это, ребята, босс. Вот это у нас тут босс. Я могу энергию себе вернуть? Могу, за 30 гемов. Или давай посмотрим. Так, энергия у нас с тобой прибавилась чуть-чуть. Кто такой? Я не помню этого босса, если честно. Перетаскивать карты все время так неудобно. Дружище, теперь ты можешь хранить несколько колод.
Ага, вот оно что. Я понял, ребята. То есть у нас есть 4 деки, где мы можем с тобой делать разные комбинации карт. Это, конечно, приятно. Так, я могу гранату улучшить. Общий урон 1000, да? Отлично. Магнит. Перемещает цель на переднюю позицию. Если цель заморожена, дополнительно наносит ей 100% урона. Перемещает цель на переднюю позицию. Хм. Ну ладно, предположим. Так, подземелье турнира. А где у нас, помнишь, была такая штука, где мы могли с тобой отправлять наших персонажей? Это где именно было? В каком месте? Получай подарки, это все понятно. Это энергия. Так, сундук можно получить. Усиляшки. Блин, я же хотел, ребята, перед тем, как записывать серию, просмотреть все видосики. Ладно, сделаю это потом уже за кадром, после окончания этой серии. Ну что, давай тогда мы с тобой отправимся на этого босса. Воплощенная стужа. Босс, 15 уровень. А я какого уровня? Я, по-моему, слабее, чем он. И, возможно, награда 10 гемов, 224 карты, плюс вот такие вот, ребята, штуки. Поехали! Так, не спеши тратить ману на босса, когда он в заморозке. Используй дискошар и разберись с его помощниками. Так, иммунитет. Нельзя заморозить, нельзя шокировать. Защита от синих карт в кристалле. Яд наносит уменьшенный урон. Ух, ё-моё. Так, ну я думаю, что от пушка по нему наносит минимальный урон. Все, я вспомнил, ребята, новый монстр. Воплощенная стужа. Наносит 152 урона и замораживает случайную карту на несколько секунд. Плохо. Уходит в кристалл, если при достижении, так, 50% здоровья. То есть 50% здоровья у него становится, он уходит в стужу. Ты пополнишь мой сад замороженных героев. Да? Ну ладно. Нифига я бомбанул. Сразу же, гаденыш, в кристалл, а? Нифига, у него приспешники, ты посмотри. Ну-ка, давай их поменяем. И будем уже с ними тут разбираться. Обалдеть. Блин. Почему так много здоровья у них, а? Друзья. Почему, я спрашиваю, у вас так много здоровья, охламоны? Так, из пушки я бомбану. Почти, ребят, почти ушатал. Нам нужно его вернуть и добить. Он, правда, урон сейчас мне нанесет. Так, а этот... отошел, да? Этот отошел. Это все равно фигня все. Ну-ка. У него иммунитет, по-моему, к заморозке, да? Если я не ошибаюсь. Так, сейчас я ему из пушки еще... А, заморозит карту сейчас мне. Да на тебе. Так, он сейчас, друзья мои, будет применять опять свой кристалл. Ну-ка. Блин, с этим бы разобраться, а, как быстрее. Да что это за урон, блин, а? Все, ребят, он сейчас... Кстати, я когда уничтожу вот этого приспешника ему, да, он обязательно сделается в кристалл и... Блин, у него там хп совсем немножко осталось. Что он там делает? Он отдуплился, друзья мои, от постепенного урона. И мы с вами освобождаем сову. Так, сова, новая карта. Ну, во-первых, награду всю получим с тобой, да? Фух. А сова у нас, по-моему, именно на ледяные карты делает усиление. Так, до уровня чуть-чуть не хватило. Совсем капельку. Вот, вот, ребята, у нас где это все делается. Кто это такой? Эй, добро пожаловать на мою свалку, ты вовремя. Мне нужна твоя помощь. Тут стало слишком много монстров. Разберись с ними, и ты получишь щедрую награду. Да? Так, свалка Тимми. Помоги Тимми избавиться от монстров на его свалке. Он будет находить тебе новые карты после каждой победы. Ух. Ну что, ребята, сиганем? Я думаю, что здесь не нужна энергия будет нам, да? Поэтому давай-ка попробуем сейчас помочь этому Тимми. Так, понеслась. Так. Вау. Слушай, ну здесь ватные, три волны всего лишь.
Так, заморозка. Заморозка действует очень хорошо и долго, самое главное, что. Так, дай-ка я из лука бомбану. Минус муха. Так, слизень еще поживет. Чуть-чуть буквально, да? Добиваем с собой тролля. Так, слизнюк, иди сюда. Ах ты, жук, успел поставить все-таки на себя пузырь. Так, первая волна уничтожена. Поехали здесь разбираться. Ребят, в любом случае здесь нужно заниматься фармом, потому что нам нужны будут и осколки, да, и эти гайки, шурупы, и болты, и кубики льда. Все это нужно будет для того, чтобы прокачивать наши пушки. Если они прокачаны, ты сам понимаешь, они наносят больше урона. А чем больше урона, тем легче нам будет с тобой проходить. То есть на одном этапе ты никак не пройдешь, на одном дыхании. Все время приходится что-то делать. Все, ребята, вторая волна пройдена. Давай теперь здесь. Ну, ты видишь, тут пока довольно легкие монстрики. С ними мы легко разберемся. Мне почему-то здесь не дали, кстати, корабельной пушки. А хотелось бы, я бы просто с удара бы этого сейчас шитик бы снес бы. Ну, подпалим его тогда. Так. А почему шок не проходит, а? Иногда он не проходит, а должен бы срабатывать. Ну что, ребята, первую волну прошли. Мы получаем с тобой 108 фляжек, так сказать. И 108 звездочек. 108 звездочек, по-моему, мы сейчас должны получить уровень, если я не ошибаюсь. Да. Мы с тобой зарабатываем 9 уровень. И 145 хп к нам прибавляется. Выбери цвет карт. Слушай, я, наверное, возьму заморозку. Ох, ё, нифига. Я вот этот, по-моему, бур помню. Выбери карту коротким тапом. Зажми карту, чтобы увидеть полноценную информацию. Выбери новую карту. Ну, а как посмотреть? Ага, отбойник. Общий урон 487. Если цель отравлена, дополнительно наносит ей 100 единиц урона. Нет. А вот это что? Дай-ка мне. Да покажи ты мне эту карту-то. Блин. Вот. И если цель шокирована, дополнительно наносит 100% урона задним целям. Хм. Вот так вот, наверное, да, поменять? Или лучше вот сюда, наверное. Ну, попробуем дальше тогда. В бой. Пока есть такая возможность, давай-ка мы с тобой попробуем разобраться со всеми. Морковку я вот эту вот помню. Так, ну что, понеслась? Блин, тут этот маг. А, не успел. Не успел, друзья мои, сделать. Нифига. Пулемет такой. Ладно, мне нравится эта вещь. Так, минус, минус и маг. Давай, маг, иди сюда. Отлично. Так, что нам здесь делать? Ну, давай, наверное. Зачем, блин, пестициды? Зачем я их сейчас применил? Ну-ка. Он же говорил, что вроде бы наносит урон задним целям. А я почему-то бомблю только по передним. Так, ну-ка. На, гоблин, получи. Шокировать успеем? Блин, не шокируются почему-то некоторые монстры. То ли иммунитет у них. Так, ну этот сгорит по любасику. Да, мы его уничтожили из лука. Не надо никаких тут пузырей. Все-таки влепил. Ну что, уничтожаем его. И третья волна. Окей, заморозка это хорошо. Он уничтожается сразу же после выстрела из лука. Ага, этот еще получает хил. Но если эту пушку прокачать, мне кажется, она будет очень классная, да? Но вначале нужно ее, естественно, получить. Бум, могучий удар. Ох ты, сбил мне карты. Посмотри на него. Кстати, вот этот молот, знаешь, чем хорош? Что он сбивает вот этот вот накопление навыка. Просто сбивает и все, ребят. Так, что там, хильнулся, что ли? Не успел. Ну что, друзья мои, вторая волна пройдена. Получить. Сейчас будет опять по замене карт, наверное, да, разговор. Выбери цвет. Ну давай молнию теперь. Ого. Ну не кисло. Давай-ка вот эту вот пушку мне. И вместо улья. Так, ну в бой. Погнали, почему бы и нет. Слушай, как эта пушка с прицелом. Раньше такого точно не было. У нас вот был дробовик и все. Был вот этот вот автомат. Ну-ка посмотри. Да ё-моё, хотел посмотреть, что она делает. Блин, клоун этот тут получил свое. Ну-ка.
Да чтоб тебя, что это, как на... Вот, я хочу вот эту проверить, пушку. Вау, прикольно. Так, нам остается лишь добить этого ханорика. Клоун еще в заморозке. И еще, кстати, не забывай, что когда мы с тобой прокачиваем наши пушки, да, вот эти вот заморозки, поджоги, они будут длиться, ну, довольно дольше, чем на первых уровнях. Ну-ка, тынь-тынь-тынь-тынь, неплохо, очень неплохо, почти пол хп сносит, да? Добили грифона этого. Так, что, мухомор? Тоже хочешь отгребсти? Сейчас отгребешь по полной программе. Можешь за это не волноваться. Это я тебе гарантирую. Так, давай, наверное, шмальнем разочек. Ага, минус мухоморчик и минус пес. Слушай, я думаю, здесь пока мне не нужно ничего. Вроде бы идем неплохо. Классно. Сейчас мы пошинкуем с тобой этого вожака стаи. Отлично. Так. Давай из лука. Прикольно. Хильнулся, да? Все-таки успел захиляться, а? Ну, мухомор, ну, жучара, а? На тогда тебе. Тынь-тынь-тынь. Отдуплись. Так, аж ты, а ты что? Ну, гоблин, ну, хорош выпендриваться. Ну, ты же знаешь, что тебе крышка, все. Легко и просто. Так, получить. Что на этот раз он мне даст на выбор? Интересно знать. Выберите цвет, да? Ну, давай я возьму... Это, я так понимаю, яд, что ли? Вау. Морковку я помню, а вот это вот нет. Вот эту я не помню, карт. Давай глянем. Общий урон 525. Так, отравляет цель и наносит 150 урона спустя 7 секунд. 25% урона за использование карты зеленого цвета. Максимальное увеличение в 3 раза. Ну, давай я возьму... Так, возьму вот это отравление и поставлю вместо... Так вот. Вместо дробаша. Ну что, ребята, в бой? Блин, там еще сундук какой-то у нас в конце. Прекрасный ждет, но дожить бы до него. Вот в чем вопрос. Так, ну что? На! Получил. Так, заморозка. Прям на него подействовала. А отравление как? Ох, ничего себе. Набросали там. Он еще отравлен, смотри, он получает там урон потихоньку, наверное, да? Да, получает. Слушай, заморозка довольно так долго длится, мне нравится. А больше нравится то, что мы с тобой зарабатываем здесь лут. Да? Мы с тобой здесь собираем. Опа, 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 вот это плохо, ребята. В пузыре он. Ай-яй-яй-яй-яй, в пузыре, как нечестно. Надо ждать теперь, когда вот он. Окей. Добивка. Переходим с тобой на вторую волну. Ну-ка, ядик. О, по всем правильно так и надо. Со стволов теперь. Офигеть, пушка, да, такая. Насколько я помню, раньше, когда мы играли с тобой в самый первый раз, это был медведь. Наш персонаж — это медведь, которого якобы потревожили. Но здесь, видишь, все немножко по-другому. Там даже, я помню, было немножко видно лапы его лохматые. Да чтоб тебе. Убери свой пузырь. Хоба, хоба, хоба. Отлично. Слушай, ну яд прикольная штука. А там же еще, помнишь, было какое-то оружие, которое наносит отравленным монстрам повышенный урон. Ну что, нет, не надо мне. Пока мы и так справляемся, причем довольно неплохо. Уничтожишь ты? Да. Прикольно. Вот эти вот супер штуки мне нравятся, когда, например, замороженный враг, и на него действует определенный, как сказать, суперусиление, да? Ты его заморозил, из лука бомбишь, у тебя на 100% повышенный урон. Это классно, на самом деле. Ты сжигаешь мне карты, гаденыш, да? Грифончик. На-ка. Готов. Адьюс, амиго. Так, а тебе сейчас в лобе... Ать, в лобеш не хотел ему... Не получилось, ребята. Ну где пестициды-то, эй? Вот они. Блин. Вот такой бывает иногда, ребят, попадос. Когда он делает вот этот вот свой пузырь, и ты ничего не можешь сделать. Так, давай посмотрим, что на этот раз он мне предложит. Выберет цвет. Так, ну давай огонь посмотрим. Ох, ё-моё. Слушай, динамит я помню. Динамит — это круто. А вот бензопилы я не помню. Общий урон 465.
урона по поддержке. По хилерам, да? Но я лучше динамит возьму. Динамит, ребят, я помню, что это такой. Общий урон. Но, правда, там надо подождать сколько-то ходов. То ли два хода, то ли один. Точно не помню. Вот вместо чего взять? Давай вместо вот этого. Попробуем. Так. Динамит бросаешь, он там тикает, тикает. По-моему, два хода или три хода. И потом взрывается. Если какой-то монстр там находится, он получает колоссальный просто урон. Угу. Слабо. Да что ты, как ты дал бы по твоей тыкве? Травани его, пожалуйста. А, не то ты сделал. Во. Во. А, нет, ребят, здесь сразу динамит срабатывает. Слушай, ну это прикольно. Но, правда, он урон наносит по всем, да? У него 3000 общего урона. И распределяется он между всеми. Но это все равно хорошо. Угощайтесь, мне не жалко. Ать! Как же меня бесит он, а? Так, надеюсь, ты, парень, окапываться не собираешься? А то у меня пестицидов пока здесь нету. О, динамитиком угощу их. Вообще классно, да? Смотри, урона наносит сколько. Мне нравится. Мне очень-очень это дело нравится. Так что заодно мы с вами здесь как бы смотрим на новые виды оружий, которые доселе не было. Нате-ка вам подарочек. Плюс сразу же мы с тобой сделаем отравляшечку. Шикарно. На-ка, получи в лоб. Стволы так прикольно сделаны. Ну что, из арбалета, наверное, с тобой шмальнем разочек. Этого должны убить. Опа, слизень выжил. Слизень, друзья. А, все, умер. И этот башенка тоже с копьем отдуплилась. Ребят, ну довольно неплохо идем. Слушай, мне вот здесь, наверное, будет какой-то супер-пупер босс. Мне хотелось бы посмотреть. И сундук. Сундук должен быть шикарен, согласись. Так, молния, что нам здесь... Оу. УЗИ, вот эти я помню. А вот что у нас... Так, это, по-моему, отодвигает, да? Если цель шокирована, дополнительно наносит ей 100% урона. Общий урон. Слушай, надо взять. Надо взять, только вот вместо чего, я уже не знаю, друзья мои. Вместо холодильника? Или вместо вот этой пушки? Сколько у пушки урон? Ладно, посмотрим, мы ничего все равно от этого, ребят, не потеряем. Мы как бы посмотрели, да, этот пулемет, так скажем. Теперь нам надо посмотреть этот фотоаппарат. На тебе, на закусочку. Что-то, по-моему, враг стал... Сильнее, по-моему. Ну-ка, как это работает? Ага, и что это дало мне? Ну, сфоткал я его. Хм. Немножко не понял, давай еще разок. А что происходит? Просто урон наносим и все? Я думал, может быть, какой-то будет эффект. Но эффекта я никакого не увидел. Нате вам взрывчатку. Отлично, минус двоечка. И этого на отравляшку берем. Так, так, и вот так. Отлично, лучше не придумаешь. Так, ствол, дынь, дынь, дынь. Кстати, ствол, по-моему, пора уже менять. Он уже не настолько эффективен, как был изначально. Так, сейчас я взрывчатку хочу подбросить им. Мухомора сразу уничтожим, да? О, двоих. Круто. Успел все-таки копьишком своим сабелькой мочкануть меня. Угу. Так, раздаем бесплатное зелье. Бумс. Так, уничтожаем с тобой мухомор. Так, этот отравлен, а этот хиляется, да? А если я еще тебе динамитика подкину, будешь рад этому? Блин, тот выжил. Да иди ты. Не, фотоаппарат, ребят, мне не очень понравился, если честно. Какая-то ерунда. Не знаю, мне не зашло. Как вам? Вот, пиши в комментариях, тебе понравился фотоаппарат с этой вспышкой. Мне кажется, бред какой-то. Да хорош ты сейчас эти в лоб. Дынь, дынь, дынь. Нормуль. Так, и едку ему еще туда подкинем. Так, так, и вот так. Отлично. Успеет сходить? Успел. Великий удар, как раз ту карту, которую я хотел использовать, он сделал. Все, грифон готов, ребят. Так, ну что же. Давай, давай, наверное, мы с тобой поменяем. Все-таки этот фотоаппарат, ну что-то как-то вообще не зашел. Заморозку, покажите мне, пожалуйста. Ох ты, оу.
Что это за ракета у нас такая? Наводится на цель, если она заморожена. Если цель заморожена, дополнительно... Так, понятно. Во, 779. А что это за... 584. Так, замораживает цель и не дает ей атаковать в течение 8 секунд. Если цель горит, дополнительно наносит 100% урона задним целям. Блин! Я хочу и это посмотреть. Давай снеговика, наверное, да? Просто снегобум. Он замораживает цель. Так, вот вместо как раз фотоаппарата. Ну что, погнали? Погнали с тобой в бой и посмотрим, как этот снегобум будет работать. А ну-ка. Вау, прикольно. Как холодильник, ребята. Да, работает. Нате вам подарочек. И причем заморозка довольно долго идет. Посмотри. Слушай, мне нравится. Холодильник тоже, конечно, неплохо, но снегобум — это что-то. Кстати, мне потихоньку начинает разбирать. Потихоньку, так сказать, не спеша. Давай-ка мы, наверное, еще взрывчатки бросим туда. Оп. Классно. Так, нет, клоун, ты не будешь сегодня ходить. Вторая волна. Да не надо мне пока ничего этого. Давай-ка вот так вот раздадим зелье отравляющего. Эх, хотел снегобум, не успел, ребята, не успел. О, еще зелье. Ну-ка. Памс, заморозили, короче, шитика этого. Блин, арбалет, ты, конечно, немножко не так. Надо было... Если бы он мог бомбить по передним целям, он только по боковым бомбит. На, еще яду. Так, блин, что-то у нас со здоровьем-то беда. Ну-ка, добьем хоть этого-то. Но этот отравится, по идее. Что-то отравление как-то очень долго идет. Да что же вы все на этого тролля-то мне сбрасываете? Вон, хотя бы этого, правильно, вот так вот надо. Заморозка длится очень долго. Я могу даже вот сейчас постоять, пока заморозка... Ага, она быстро что-то пошла заканчиваться. Под конец очень быстро. Не надо мне пока здесь ничего. Так, погнали. Тынь, сейчас карты мне заменят. Сейчас мне заменят карты. И вот этот рандом, это, конечно, что-то с чем-то. Потому что ты не знаешь, что у тебя здесь находится. Ты нажимаешь, а там бац, какая-нибудь ерунда. Ну давай вот это вот попробуем. О, яд. Минус. В этого. Отлично. Лучше даже и быть не могло. Ну что, мы с тобой прошли эту волну. И, как говорится, идем вперед за наградами. Так, еще осталось два поединка. Но это не так много на самом деле. Давай-ка мы посмотрим. Так, что он нам предлагает? Ну, электричество я возьму. Тучка. Давай посмотрим, что такое тучка. Поменяем мы, наверное, вместо топоров. Просто глянем. Интересно же посмотреть, что это за тучка, как она работает, что она делает. Ну вот эта вот корабельная пушка, конечно, классная. Да, ее, ну, прокачать тоже ее очень тяжело. Ну-ка. Ох, ё-моё, неплохо. Но я так понимаю, она наносит урон чисто задним целям, да? Динамитой. Класс, двоих сразу. Так, а этот хиляется. Это хиляется. Что мы с тобой можем сделать? Травануть его? Так, так, и вот так. Слушай, яд, я думаю, наверное, тоже можно уже убирать, в принципе. Здесь он неэффективен становится. Так, снегобум. А ты ж достал. Не могу прям, нет сил. Блин, еще. Ну, давай вот так вот. Ай-яй-яй, не то все. Нате вам динамит. Я потом помню, еще, ребята, будет рыбный дождь. Там такая фигня, нажимаешь. Ну, очень мощная атака. Там рыбы с неба падают, наносят массовый урон. И причем неплохой. Раз, два, три. Три молнии, ребята. Плюс сбивает ему этот каст. Отлично. Так, ну что, начнем с динамита. Заморозочку. И едку. Отличненько, я тебе скажу. Так, молнию, может быть, нам применить с тобой, а? Как ты думаешь? Или снегобум? Снегобум, наверное, все-таки, да, сделаем? Ага, заморозили грифу. А слизень-то собирается, ребята, пузырь применить. Мы ему сбили. Он там
Копил, копил, а мы ему сбили все. Так, минус слизень и минус грифон, да? Слушай, вообще шикарно. Так, ребят, получаем награды, и, судя по всему, у нас сейчас будет босс. Выберите, да? Ну, давай на этот раз заморозку возьмем. Блин, а тут менять, походу, надо обязательно, да? Я хотел яд убрать. Давай уберем, наверное, холодильник с тобой. Да, мы с тобой, наверное, заменим. Вот так вот. Ага. Ну что, погнали. Кто здесь будет? Я не знаю. Мне кажется, сейчас будет, типа, или босс, или какой-нибудь усиленный моб. О, сшитый Фрэнки, собственной персоной. Ё-моё, явился, не запылился. Фига мы тут бомбанули. Снегобум нужно применять. Надо его заморозить. Я не знаю, будет ли он замораживаться. Ага. Боссов заморозить нельзя. А отравить можно? Отравить можно. Окей. Так, если я ему... Распилил, я только хотел эту карту взять. Слушай, ну урон, неплохо молнии эти наносят. Блин, мне нравится. Классная тучка. Слушай, сшитый Фрэнки, походу, делает... Что он там делает? Что он там? Блин, подмогу призывает. Тогда динамит бросаем. Не надо мне здесь ничего пока делать. А, он же еще укрывается под щиты. Так, это приходится, ребята, делать. Обновить снегобум. Опа, заморозили. Давай, наверное, еще взрывчатку с тобой бросим. Двоих сразу. Ха-ха, Фрэнки, ты думал, все так будет легко и просто? Нет, родной мой, ничего подобного. Сейчас... Вызывает опять, да? Гудок. Блин, а что так быстро-то? Я даже еще ничего не успел толком сделать, он уже... Да не надо мне ничего, я вроде бы и так справляюсь. Причем довольно неплохо. Да куда ты бьешь-то, блин? Ну зачем ты так сделал, а? Да куда ты бросаешь, а? Слушай, ребят, ну это тогда получается невыгодно. Он рандомно опять же бомбит. Этот хочет хильнуть. Я не знаю, хилять будет, наверное, Фрэнки, я так понимаю, сшитого. Точно, именно его хиляет. Нате, угощайтесь, подарочки. За мой счет. Да понятно, что он неуязвимый. Что ты мне говоришь? Снегобум, сработай, во. Отлично, пока в заморозке мы с тобой покопим немножко энергии, да? Смотрим за шкалой вот здесь вот, ребят. И... пора. Вот так вот надо делать, когда есть возможность немножко отдохнуть, да? Лучше отдохнуть. И накопить, как говорится, себе энергии. Нифига себе, ядовитый урон. А-а-а! Он был отравленный, и этот бур наносит ему улучшенный урон, усиленный. Как пила, да иди ты. Все, ребята. Сшитый Фрэнки сдулся. Ушел, убежал. Убежал, испугался. А мы с тобой зарабатываем сундук. Ну, давай посмотрим, достоин ли награды этот сундучок, ребят. Получить. Так. Дискошар. Окей, 94 штуки. Молот Тора, 93 штуки. Ледяной лук. Отлично. Холодильник. Неплохо. Корабельная пушка. Вау. Шокодрон. Ну, это точно что-то новое, ребят. Шокодрон, что это? И огненный дробовик. Плюс 14 энергии нам дали. Получить X2. Да, ребята, умножилось все. Блин, прикольно. Офигеть. Ну что, у нас с вами 35 энергии, да? Отправить друзей. Да, блин, я же в тот раз отправлял. Почему он мне ничего не принес, а? Вот объясни мне. Ну что, отправим жабу, да? Наверное, вот сюда вот. То есть это у нас листики, здесь гайки, здесь флакончики, здесь кусочки льда. Я что сделал сейчас? Нет, надо заменить. Да блин, заменить-то можно. Проходи кампанию дальше и находи новых друзей. Подожди-ка, а у нас же еще сова есть. Верно? Отправить друзей. Подожди-ка, вот так вот надо его, да? Отправить. А где совушка моя? Можно мне посмотреть, пожалуйста, на нее? Вот она, что она делает? Наносит 140 плюс 14 урона монстру после окончания времени заморозки. Ага. Слушай, ну как варик. Надо брать. Возьмем. Мы с тобой на заморозках, да? Ну, практически.
А что вот это вот такое? Общий урон, нифига себе, шокирует цель на 8 секунд и отменяет ее способность. И если цель заморожена, шанс шокирования так становится 100%. Хе-хе, конечно, возьмем. Только вот, во, вместо гранаты как раз. Вместо гранаты плюс вот здесь вот улучшим. Так, не хватает мне на арбалет. Окей. Так, дробовик, я думаю, уже пора менять. Менять дробовик, а вот на что? Пока и не на что, если честно. Дискошар. Ну ладно, пока оставим с тобой так. Ну что, пойдем сюда, ребята, возможная награда. Свалка, 6 волн. Ах, я вспомнил этого робота. Тоже, ребята, окапывается. И что-то он еще делает. А, в окопе получает меньше урона. Вот он окопался. Новый монстр, жестянка. Так, слабый удар, но это понятно. Окапываться на передней позиции, уменьшая получаемый урон на 30%. Понял. И начинает бой в окопе, получает на 30% меньше урона. То есть сразу с окопа начинаешь, что ли, парень? Хорош. Да блин, ты... Хотел только из пушки корабельной бомбануть, а? И не тут-то было, да? Навредил он мне, короче. Так, за это он поплатится. Почти, ребята, уничтожили его. Почти. Вот теперь мы его добили. Так, этот сейчас удар нанесет мне. Ай-яй-яй. И этот еще там лезет. Ты-то куда лезешь? Так, давай из пушки бомбанем. В минус сразу же его вогнали. Так, ну что, волчара, пора платить. Готов, парень. Так, шок. Как он работает хоть? Хе-хе, прикольно. Так, никаких окапываний здесь, парень. Так, дай-ка мне применить. Успеем? Успел, но он удар все равно мне сейчас нанесет. Так. А этот... Этот еще не отдуплился, к сожалению. А зачем я использовал пестициды? Объясни-ка мне, на милость. Давай так вот. Прикольно, минус двоечка сразу же, да? И остается у нас гоблин. Не успели мы его добить. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, жалко здесь хильнуться нельзя. То есть какая-нибудь карта, которая бы восстанавливала мне здоровье. Было бы прикольно, согласись. Так, тут горит у нас. Давай-ка мы попробуем его сейчас забомбить. Этого грифона. Так, от поджога он должен погибнуть. Так, а здесь у нас волчара с динамитом. Так, ну хватит, 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 хватит. Разбуянились тут, я смотрю. Чересчур уж. Надо было вначале замораживать, а потом применять. По идее так, да? Там наносит 100%, по-моему, урон. Так, ну что, этого бумкаем. Ждем, 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 ждем. Пора. Успеваем. Слушай, у нас 6 волн. Нам, наверное, с тобой придется восстанавливать ХП. Ну, более-менее, более-менее. Но нам нужно с тобой убрать отсюда вот этого чудика. Маску еще такую натянул. На лицо нарисовал. На! Так, секундочку, заморозку. Окей. Так, этого попробуем уничтожить сейчас. Сколько у нас урона выходит? Достаточно, да? Достаточно. Так, мы, кстати, с тобой что-то получили. Блин, а я только потратил, а? Так, минусанули. Блин, мне срочно-срочно нужен этот пестицид. Где он? Где вот они. А он все-таки ударить успеет, а? Эх ты, жучара, а? Мелкий. На тебе. И добиваем его. Так, пятая волна. Получить пока не надо. Давай шокировать их. Сбиваем сразу же, ребята, ему навыки. Так, из арбалета. Ну, действительно, монстры почему-то становятся сильнее. Ребята, у них столько уже ХП. Просто очень много. Так, ну-ка. Ага, ага, позбивали им. Ну что, муху я буду, думаю, наверное, уничтожать. Нормуль. Так, теперь тролль. Тролль сейчас звезданет по мне. А это больно было. А этот будет хилять. Хиляет себя. Я думал, тролля сейчас захиляет. Но нет. Так, совушка нам, не забывай, помогает. Она у нас на лед заточена, поэтому наносит урон, ну, достаточно хороший. А вот то, что тролль меня бомбит постоянно, это, конечно, не есть гуд. Ну что, применяем с тобой дроны? Поехали.
Так, 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 отлично. Успею я бомбануть его? Нет. Он все-таки опередил меня. Последняя волна, у нас очень мало здоровья. Ну что, понеслась? Выходи из своего окопа. Блин, этот маг кислых щей. Как ты меня прямо... Давай шокером их. Так, так, и вот так, отлично. Кстати, шокер, я понял, ребят, лучше применять, когда шкала уже практически наполнена, да? И вот в этот момент выпускать, чтобы им, как говорится, подпортить все это дело. Вот, например, эть. А сейчас бесполезно, ребят, да, вызывать. Так, слушай, у нас со здоровьем-то беда. Я сейчас тут допрыгаюсь, что нас просто тут уничтожат, вот и все. Твою же налево, этот сейчас окопается, а? Он в окоп, ребят, нырнул. Фигово, очень фигово. Мало здоровья. Так, добьем хотя бы этого-то. Не получилось. Так, мне нужен арбалет. Так, минус-минус, да, должен быть? Нифига. Он без заморозки, ребят, получает намного меньше урона. Так, все, добили. И остается вот этот вот робот-бургер, ё-моё. А по-другому и не назвать его, согласись. Он похож на него. На. Все, друзья мои, уничтожили. Ну что, 117 карточек у нас на пестициды. Вот, я же говорю, что-то выпало нам. Получить x2. Так, умножаем. А это почему-то... А, нет, умножилось, ребята. Все, отлично. Я уже хотел, думал, тут завозникать. Почему обманули? Нет, все честно. Ребята, новый уровень. Ай-яй-яй, красота, 10-й. Слушай, ну неплохо. Забрать, а что тут мы можем с тобой забрать? Побеждай в компании, чтобы что... Для получения возможности собрать корону вновь должно пройти время. Ну, понятно. Должно пройти время, я понял. Тут обновление, тут пока еще закрыто у нас. Чемпионская арена, прикинь, какая-то даже будет. Так, ускорить, выбрать. А я ведь могу еще отправить, да, ребята? Отправим. Слушай, а сова, ее, наверное, надо убрать, да? Вот отсюда убрать. А я не могу ее отсюда убрать. Хе-хе. К сожалению. Так, мне ни на что не хватает. Пестициды только. Ну, давай улучшим их. И... Ну, значит, дробовик. Так. Вот эту вот штуку, если улучшить, сколько? Ну, не особо большую, конечно, прибавку дает по улучшению. Дискошар. А в чем... А, общий урон, понял. То есть, когда идет прокрутка, она все равно наносит урон. И с магнитом я, если честно говоря, не особо понял. Мы его даже с тобой не протестили сегодня. Но да не беда. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на сегодня мы с вами будем закругляться. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в безумных монстров. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.